певицы и телеведущей Ольги Бузовой вновь пришлось лечь в больницу после того, как она отпросилась у врачей на время прервать лечение ради дня рождения папы и съемок передачи «X-Factor». За этот период ей не стало лучше, рука все так же болит. Не теряйте время, я снова в больнице. Чтобы не мучить вас роликами из процедурных кабинетов, я снова пропадаю на несколько дней. Буду восстанавливать ручку, написала Бузова своим поклонникам. Травма правой руки, которая беспокоит певицу и ее поклонников, представляет собой защемление нерва. Она стала последствием повреждений, полученных звездой во время участия в проекте «Ледниковый период» и «Я смогу». Бузова часто жаловалась на боль в руке, поэтому ей пришлось лечь в больницу. Однако некоторые предположили, что ведущая там оказалась по другой причине – из-за желания сделать пластическую операцию. Позже Бузова лично обратилась к фанатам видео, в котором рассказала о своем состоянии, о том, что она не собирается прибегать к услугам пластических хирургов, а также поблагодарила всех за поддержку.